Всем привет, друзья! Меня зовут Антон, и это игрушка Dishonored 2, пиратская версия. Это очередное прохождение, и сейчас нам нужно забраться в некий особняк, про который нам подсказал Антон Соколов, для того, чтобы раздобыть тайну бессмертия Далилы. Так, как обычно, все осмотрим. Крысы не горят. Так, а здесь можно уже... А, нет, пока еще нет. Я думал уже, в принципе, делать все по стелсу. Подъем Батисты. Итак, мне нужно еще выше. К Меган Фостер мне нужно подойти. Ух ты. Что, друг? Ты кого убили? Они где-то тут спрятались. Так, ну вроде всех. Не могу гарантировать, но, по-моему, да, по-моему, всех перебил. Хочется осмотреть, что тут есть. Ничего в кассе нет. Окей. Так, тут тоже пусто. А вот наверху может быть что-то ценное. 100%, я так думаю, что будет. Так, скушали консерву. Как я вообще здесь оказался? Уже устал прочищать уши от серебряной пыли. Тут было двое, я надеюсь, стражников. Свежие газеты. Яблочко. Так, это... И, в принципе, у меня все пока есть. С рудников. Ого. Это... Чё за хрень? Пыль с рудников откуда? Вообще ничего не видать. Вообще не видно ни хрена. Типа пылевой бури что-то было. Хорошо, пойдем обезвреживать ворота, потому что если я не обезврежу ворота, пройти туда дальше я не смогу. По крайней мере, я не представляю, как это сделать. Итак. Нет монтажного инструмента. Монтажный инструмент есть. Перепрограммировать. Ну. И чё? А ну смотри. Круто, бляха. И тут не обойдешь. Так, ну, я перепрограммировал. Но опять же. Провод идет наверх к ветряку. Если я все верно понимаю. Что мне нужно сделать? Чтобы... туда попасть. Зараженная зона.
Так, а тут чё? Ага. Можно как-то через верх пройти. Отлично. Меня это уже радует. Потому что другого пока варианта прохождения я не представил. Поэтому остается только один выход. Идти через... через верх. Но вот ведь, мать его, не задача. Вот ведь не задача. Туда. Туда не запрыгнуть никак. Хорошо. Здесь тоже все заперто. Тут тем более. Не разрубить никак я эту херь не могу. Ага. Вот, зеленое это было проход разрешен. Все, отлично. Так, пошли дальше на болты зажигательные, переключимся. Ого, ого. Так, я надеюсь, сейчас эта вся херь тут погорит. Рядом есть руна или амулет? Ну, так давай же посмотрим. Насколько рядом. Этот вариант не пройдет. Избивает слугу. А он всего лишь ребенок. Он ослепнет от побоев. Он долго нес ей чай. Кушать. Твою мать. Смотри, сколько их тут, а. Еще. Так, больше нет. Хорошо. Ух ты, я опять прошел не туда, куда нужно, да? Хорошо. А. Понятно. Так, хорошо, все. Жиру немного подзабыл уже я это все. Как это все делается? А ну стоп. Мне нужна руна. Я собрала кое-какие сведения. Поговорила с людьми. Рай... Окей. Окей. Как мне... как мне добыть эту... Мне сообщили,
руну. Блин. Да, война нам дорого обходится. Возможно, салон и форпост смотрителей. Чтобы мы могли продолжать бегаю, наверное, в салон. Это не пыль, это кровь наших врагов. Так как он ближе. Скатерти дорожка. Пыльный квартал. Пора умирать, где ты? Смотри. От меня. Да нет, как раз от тебя уйдешь. Все? Нема никого больше. Нет. Салон ведьмина рука. Что мне тут надо сделать? Пауль, ты защитил нас от вас. Идите сюда. Это же за ее голову кучу денег. Ты заплатишь за его смерть. Что? У нас потери. Что за? Что-то случилось? Эй! Девица! Не стоит ходить по улице без телохранителя! Фух! Полечились. Так, пистолет я не использовал. Работаю на... Осторожней! Что там? Стенатели! Сюда! Ку-ку. Ну давай, разберемся. Саша, люди, убей. А? Что? Мне нужно. Помогите, люди, кто-нибудь, нет, помогите! Ты не смог, ничего тут уже не сделаешь. Так, окей, хорошо. Я вам ничего не сделаю. Где ты? Знаешь, кто тебя ищет? Мне нужно в комнату Паула теперь. Сосай. Это ненадолго. Держу парень, ты не уйдешь. Забер... Эй, ты что? Ух, не ху-ху-ху-ху, ребята. Думаешь, в этой маске ты круто... Вы чё? Полечиться есть. Нахер. Ого, ого, вот это проглючило. Паула не из них. Не из тех безумцев, кто верит, что за горсть монет или пару правильно сыгранных нот я осыплю их милостями. Ему плевать на меня. Но он молится мне, потому что нашел руку старой ведьмы случайно. Так, Пауло подчинялся чужому, да? Хорошо. А, опять буря. Да. Что за херь? Пауло была засушенная рука? Обалдеть. Так, и что мне теперь надо сделать? Отнести его на форпост смотрителей?
это будет прикольно. Что-то тут странно. Мать. Не дадите, да, вы мне свалить по-человечески? Нет, не дадут они мне свалить по-человечески. Буду спускаться в самый низ. Как-то оттуда уже чалить. К форпосту смотрителя. Причем сугубо с телом Паула. Вот это меня, конечно, напрягает. Вот как так можно катать, а? Ну, в принципе, можно, используя зажигательные болты для арбалета, то больше я ничего не вижу. Никого. Разве что вот эти пацаны. У нас потери! Да, все, больше пацанов нет. Они есть. Фух. Вовремя я успел. Что? Ком... Нет, нет. Мольбы тебе не помогут. Теперь мне нужно наверх. Во имя запрета. Я тебя убью, тварь! Он не мог далеко уйти. Так, это казармы. Катя, это не... Ни хрена себе, как это они... Тупо... Тупо вдвоем и не смогли заметить... Находясь возле меня впритык, реально не смогли заметить, что я сижу перед ними еще и с трупом. Я не заметил, что кто-то лезет. Так быстро. Прекрасная новость. Трусы, брат мой. Это нейтральная территория. Верховного смотрителя ни слова. Что со мной? Я понял. Знаешь, что там сейчас. Теперь с этим бандитом покончено. Истинатели сами разбегутся. Это Пауло? Нет. Да, это Пауло. Это вам сюрприз. Вы представляете? Да, я представляю, что я натворил. Надеюсь, вы найдете, что ищете. Открыть замок Джиндаша. Дом Стилтона проклят. Берегитесь. Те, кто отверг запреты, ждет только безумие и смерть. Запомните это. Сейчас тогда попрыгаю. И побегаю. Теперь нужно мне бежать в замок Джиндаша. Полностью обратно теперь надо бежать. О, спрячь оружие. Иди в жопу. Итак, в замок Джиндаша. Ага.
мадам нацию. Орден. Нацу орден. Так, графиня Конти бриллиант. Хорошо. Финч есть. Маркола. Загадка Джиндоша. Ага. Леди Уинслоу, перстень. Уинслоу. Перстень. Мадам Ниццу. Орден. Далее. Графиня Конти. Конти. Графиня Конти. Бриллиант. Есть. Бронесса Финч. Есть. С птицей. Ага. Все. Есть контакт. Взломал. Все было правильно. Да, отправляться в особняк. Итак, друзья, это была миссия убить гада, посмотреть все фишки, которые касаются бессмертия нашей главной героини. Противницы нашей самой главной. Мы эту миссию прошли. С вами был Антон. Это была пиратская версия игрушки Dishonored 2. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Пока-пока.